Не платят, но крадут. Онлайн-мошенники используют новую схему. Ищут в мессенджерах объявления о продаже и оставляют продавцов с минусом на счетах. Как все это происходит и как не стать жертвой мошенников. Далее подробности. История убыточной сделки. На днях в милицию обратилась женщина. Решила продать автокресло. Выставила объявление в мессенджер. Покупатель нашелся быстро. Представился жителям села Грушка Каменского района. Написал, забрать товар сам не может. Предложил через курьера. Для подтверждения перевода своих денег скинул ссылку на сайт «Новая почта». Когда женщина перешла по ссылке, ввела личные данные и банковские реквизиты, а после проверила счет, вместо пополнения на 1600 рублей она обнаружила, что с кредитной карты списано 27 тысяч. Оказалось, сайт был клоном реальной страницы «Новой Почты». Через подставной ресурс мошенники воруют личные данные, а затем и деньги. С начала года в Тирасполе уже пять таких случаев. Есть у злоумышленников и другой способ обнулить счет жертвы. Мошенники просят продавца назвать номер его банковской карты и фамилию, имя, отчество, будто бы им нужны эти данные для перевода денег за покупку. При этом говорят, что оплатить товар готовы прямо сейчас, а позже его заберет курьер. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, нельзя никому сообщать личные и банковские данные вас должно насторожить, когда неизвестный человек в переписке предлагает оплатить покупку через сайт «Новая почта». Не переходите по ссылке, которую вам присылает так называемый покупатель. Скорее всего, это клон сайта. Все денежные операции осуществляйте только через официальный ресурс интернет-банка, в котором вы обслуживаетесь. Запоминаем главное. Прежде чем платим онлайн, убеждаемся, что деньги не уйдут на счета мошенников и что оплата идет через официальный ресурс.